А перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Спасибо! Здорово, народ, с вами Just Jax и Кирюха Парадекс, и мы продолжаем проходить с вами House of Ashes. Это 7-я серия, погнали, бегом, быстрее, времени поехали, мало. Поехали, всем здравствуйте. Давайте, быстро, бегом, вообще так. Фью-фью-фью, пау, тям, хум, чука-тю-пау. Ты тоже это видишь? Коконы. Коконы, да, очень много коконов. Много коконов. Эти коконы состоят из коконов, их там тысячи. Если поставим заряд там, все сгорит. Не забудь про палку. Да, я помню, кинуть палку тебе надо. В меня. Не в тебя, вампир. В монстра. О! Надо двигать. Живо. Так, короче. Нам сегодня досталось. Мы потеряли братьев. Но сейчас пробил час расплаты. Да! Разместим заряды на кучах как можно больше и взорвем их на расстоянии. Как только рванет, сразу валим к выходу. Если повезет, мы не только поджарим пару вампиров, но и отвлечем их. Если умрем здесь, то хотя бы заберем кое-кого из них. Ну, лучше бы не умирать, конечно. Кто пойдет и заложит динамит? Тут. Да хуй с ним, я пойду. О! Ёбнулся. Вместе пойдем. Чем больше народа, тем выше риск облажаться. Вот, возьми детонатор. Если я не вернусь... Ник! Да слушай. Если что, ты должен взорвать заряды. О, не-не-не. Только сильно с этим не торопись. Я надеюсь, ты за Ника будешь играть. Будь на связи. Если что, ты будешь виноват во всем. Если сигнала не будет... Это неправда. Запущу ракету. Как увидишь... Нажимай на кнопку. Быстро и аккуратно. Давай, друг. А он ему не отдал! Он ему не отдал! Да? Он держал это такой, типа, блин, отдать, не отдать. И, видимо, не хватило отношений, чтобы он ему отдал ультрафиолет. Ну да, это хреново. Это очень плохо. Поэтому от нас что требуется? Не мазать в кнопки пока что. Как минимум. А дальше уже... А может быть, он просто проверил, конечно, ультрафиолет. Но мне кажется, логичнее было бы ему отдать его. Так, я за тобой слежу через эту. А я за Ника, что ли? Да. Подожди, ты в панамке или нет? Я за Ника, что ли? Меня сейчас Ника Подожди, показывает. Подожди, в панамке или нет? Меня за Ника показывает сейчас. А у тебя? А впереди куча коконов. Да я у меня просто мувик. За Салема смотрю с бинокля. У меня просто мувик. Ты мне скажи, в панамке ты или нет? Я да не в панамке знаю, я, ёб твою мать! Да все. Впереди коконы. Вылупились. У меня мультик, ничего я не могу делать. Я просто говорю заранее, что они вылупились, потому что у тебя кнопка сейчас вылетит, сука. Первая шашка на месте, прием. А почему я за Ника? Фух, не показывает его, все, слава богу. Может я же... Нет, ты все равно показывай. Вправо, влево. Куда, вправо, влево? Вправо. Вперед! Там дядька этот! Раб который! Да я вижу! Я вижу! А тебя тоже за Черномазова показывает, да? Да. А, ну все. Ой. Кровь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А я. Пусть изменен! А надо было самому лечиться! Ой-ой-ой-ой-ой! У меня тут пульс. А ты что делаешь? Я просто смотрю за тобой. Что происходит? Смотрю за тобой. Я про какого? Я не мог промазать! Разворошили массивы. Я не промазал! Ну, значит, это так и должно быть. Я так понимаю. Нет. Ну, у меня это, типа, я провалил, хотя я прям четко в нее нажал. Понятно, косячник. Дед косячит под конец. Я прям в нее нажал! Такого быть не может! Твою мать! Ой, там идет один. Да ну все, сейчас Ничер умрет.
но пока жив. Твою мать. Братан, тут становится жарко. Может, бросишь остаток зарядов и вернешься? Ты только глянь. Вот эта куча. Она далеко. Бросай. Отступить или идти вперед? Да, отступай, отступай. Точно? Может, пойти вперед? Да, отступай. Да, отступ. Я не знаю, смотри сам. Че ты меня путаешь? Ладно, тогда я назад. Он и так уже это. Вот, вот, вот. Я говорю, курс изменен. На кнопки сейчас готовься. Вдруг че? К тебе летит кто-то. Да вижу я. Нажал? Идёшь. Чё? Не знаю. Твою мать! Так быстро! Жми на кнопку! О! Пошло. Все, видишь, идеально. Да вон ту только большую кучу не взорвали. Да, ты бы не дошел до нее, мне кажется. Или не вернулся бы от нее. У тебя и так там косяков, ты раненый типа был. Ну так да. Это бессмысленно было. Лучше всем собраться, больше шансов. О! Все четко. Пока что. Пока что четко. Ну не совсем. Ну, могло быть и хуже. Но тут, кстати, Нику голову могут свернуть. О, ультрафиолет. Да опять он погас, да что с ними не так? Я, говорит, починю. Он на одного, видимо, работает. Так, за Салимом гонятся, что у нас происходит? Меняется. Сцена, я за Салима. Да, я за Джейсона. Ага, я отстреливаюсь, бегу. Да где этот Салим? Прячется в дырку. Салим, мы тебя ждем, единственного. А я спрятался тут, меня окружили. Такое чувство, что рушится вообще все. Слушай, ну да, в принципе, так. Логично Салим. Было. Он жив! А где он? Но они меня не видят. Салим! Мне главное сидеть тихо. Ты там? Блин, он еще в рацию говорит. Так, интересно, что мне делать? О чем тут думать? Если скорее всего, вернемся, отсидеться. Умрем с ним. Если умремся, вернем. Ему конец. Короче, надо все идти. Отговаривают, прикинь. А. Джейсон. Бросить меня ходить? Да. Джейсон только надо. Тупит, короче, вот этот в кепке, который. Один из нас. Ага. Не бросайте меня. Мы своих не бросаем. Я иду. О! Салим один из нас. Морпехи своих не бросают. Слышишь, Салим? Скажи Зейну, папа сделал все, что мог. Сам скажешь. Я иду за тобой. Сейчас мы либо вот двоих потеряем, момент. Либо никого. Не-не, момент сейчас, где... Вот, курс изменен. Нет. Да-да-да-да-да. Я да, справлюсь. Да. Я справлюсь. А я нет. Так у меня палки этой нету, Сань. В смысле нет палки? В прямом, у меня пистолет только. А где палка? А я не помню, я не знаю, где она. Он без нее уже был. А, не, есть, вру. Она просто не показывалась. Так, кнопка. Оу, нас! А, ты мне помог? Да. А вот и я. Всех перебьем нахер, давай. И... давай, на тебя в грудину. Решил присоединиться? Ёб твою мать. Ну, в принципе, да, этих двух зарядов хорошо хватило прям. Сейчас этот придет, не забывать надо. Вау, Саня. Как круто. А, вау. Сзади! Кидай! Да. На, сука! Ну, хорош, красиво, да. Это было мощно. Стильно, хорошо. Модно, молодежно. Ты реально в меня этой штукой бросил? Ну да. Пойдем. Бегите уже, блин, голубцы сраные. Да пошел нахер! Уди! Опять уди! Он за нами идет. Он с копьем! Это дрин, а не копье. Это копье. Ну я шучу. Он сейчас кинет! Он сейчас кинет!
Надо что-то нажать, наверное, будет. Готовься, готовься. А, нет, кнопка не ту. В смысле не та кнопка? Ты чё сделал? Ты чё сделал? Бог простит. Я вышел. Куда ты вышел? Ты говно, блин! Какое соединение прервано? Все, Кирюшечка, не накосячь. Не накосячь, родной. Это вообще нездоровая херня, ты бы видел, как оно летит. Все, так. Идем дальше. Раб этот вонючий, блин. О, достижение. Semperfy. Да. Кстати, в этот раз показываются все достижения, до этого не показывалось. А тогда мы их не получали, оно одно было. А, да? На протяжении всей игры, да. Паре монстров с тобой не справится. Бля, это было просто охуительно. Эти твари нас облепили. Но мы с Салимом их раскидали, как перед финальным свистком Супербоула. Сейчас что-то будет, нельзя расслабляться. Слушайте. Мы еще не выбрались, но я вижу перед собой лучших. Вот кто настоящий лидер, по сути, да? Лучших из лучших. Ну, вообще, да. Так что мы победим. Угу. Эй, тот вообще вафля такая, конкретно. Ура! Ура! Такие. Он всегда руководил даже. Энтузиазм, юмор. Ура! Ура! Ну это. Чё? Всё, что ли? Рэйчел, пещера. А я за Эрика. Путов. Продолжаем бежать. О! Я так понимаю, у нас эта серия из сплошных перезагрузок будет, да? Ну, один раз не водолаз. Ой, там кто-то сзади стоит, видел? Да, я не видел. Там, да. Кто-то стоял. Давай, идем вместе. Очень хорошо, что у них хорошие отношения между друг другом, кстати. Да, да. Да мы вроде все правильно Ой, а у меня пролагало. Ёб твою мать! Это, теперь... У, это доктор, это... который я оставил. Твою ж мышь! Клариса. А, нажал! Так. Я держу! Держи, держи, держи! Сейчас я ей бабахну в рыло! На! На! И спартануть ее последний раз! Давай! Давай! На! Фу. Спартанул! Нормально, спартанец. Блин, сейчас этот придет. Кто? А веревки где? Да чё ты смотришь? Лезь наверх! Чёрт, нельзя было ее отпускать. Зря я ее сюда привез. Чё вы стоите, разглагольствуете? Ползите уже, ёб твою мать! Сейчас что-то будет. Тут могут веревки оборваться. Сейчас вылезет, тварь. Сейчас кто-то вылезет. Не-не. Нет. Не. Все нормально пока что. Так, мы еще выше уже. Мы уже, да, мы радует. В главной зале.
Не, ну жестко жахнуло, конечно. Статуя! Там есть выход! Наверху? Да, по-моему. С ладошки. У меня ладошки сейчас, кстати, мокрые. Ой, а что это? А, все? Серьезно? Походу. Да? Все, что ли? Получается. Да? Получается хорошая концовка. Не, ну технически. Технически. Она была не совсем хорошая. Да, там минус один в концовке. Минус один. Ну, если бы Кирюшечка не накосячил. Да, тебя кнопку одну не промазал. Это, кстати, единственная кнопка, которую я всрал за игру была. В конце. Классно. Технически минус один, можно считать. Но чтобы вот хорошая была... Подожди, у нас еще игра, я за Эрика играю. Получилось. Быстануться. Да нет, нормально. Наслаждайтесь. Мне кажется, солнцем. Никто сейчас не умрет. Согрейтесь. Всех вылечили. Ты со мной, друг. У нас два живых. Я охуенно готов вернуться домой, морпеха. Регбист Койоту 2. Проверка. Прием. Только вот с Салимом проблема, конечно. Типа его же не примут остальные. Слышу хорошо. Транспорт выдвигается. В 5 часах лету от вас. Прием. Ну, просто домой. К сыну. Курс изменен. Курс изменен. Ну, кажется, мы выбрались. Еще не конец, блин. Мы победили. Мы не победили. Что-то как-то мне не нравится, что курс изменен. Я уж забыла, как здесь. Ну, это финальный курс. Можно посмотреть. Интересно, те пастухи еще здесь? Сейчас бы пивка. Я должен вернуться к сыну. Вот, я же говорю. Он, наверное, волнуется. Солнечное затмение, они сейчас выберутся. Они сейчас выберутся наружу. Нет, опять. Твою ж мать. Капец. О, летит. Так, не расслабляемся. Так получается, ни хера это не конец. Ёб твою мать. Останемся здесь. Я думал, все. Нет, Кирюша, я сказал, жопа моя почуяла неладное. Укрепить позицию! Забаррикадировать все! Ну сколько это? 15 минут будет? Я не знаю. Солнечное затмение. 15 минут выживать. Нормально. Охренеть. Так, не расслабляться, Кирюша. Сколько еще до конца затмения? 6 минут. Надо держаться. 6 минут. Это слишком долго. Я не могу ускорить луну. Так, я за Эрика. Прорываются. А я что-то не пойму, за кого я? Не знаю. За Ника, что ли? А его утащили. А, кнопка. Тихо. Я нажал. Все нормально. Засейвили одного. Загоним этих тварей в ад. Стесните! Твою мать! На, сука! Сдохните, ублюдки! Нужны патроны! Ты за Рэйчел, да? Нужны патроны! Ты, скорее всего, за Рэйчел. Гениальные идеи. Взорвать их. Флайеры! Флайеры раскидывать. Это все? Ракеты? Где патроны? Так это свет. Огонь! Мы их задержим. Так. Это кто-то идет. Это этот дурак. Ага. Да ёб твою мать, ты сдохнешь когда-нибудь. Ему все равно на огонь. Курс изменен. Курс изменен. Кнопок нет, но я готов.
Хера он махает. Давай, Салим, давай. Хорош. Так. Охренеть, да хера он один всех разматывает. Так, жму. Так, есть. Да уж. Что там уже пиздной? Шки, говноря. Зайди. Сраный Чунга-Чанга. А мы его неплохо поджарили. Да. Прожарочка-то хороший получился. Блин, интересно, а если бы кого-то из наших одного не было, как бы все обернулось? По-любому бы все сдохли. Ну, возможно, хуже. Это прям... Блин, это... Ух ты, это шикарный момент. Да. Рад был знакомству. Нет, Салим. Рэйчел. Кирюша? А, походу выпиливать персонажей будет, а у меня ничего нету. А, из-за того, что она здоровая, не инфицированная, все нормально. По тебе не вообще нажал! Ты нажал? Да, да! Да стоп, ты, ну, у тебя в груди нож, сука! Давай! Нажал? А, да, нажал. Только меня тянут. Нажму! Нажал. Что? Да, теперь у меня, Эрик. Давай, жми. Так. Икс нажал. Живи, живи, живи. Игрик нажал. Ага. Хорош. Так, это я, это Ник, это я. Нажал. Нажал. Обтыкал ему. Салим сейчас будет, видимо. Нет, скорее всего, да, Салим. А, Салим, я. Я за Джейсона буду последнего. Нажал. Нажал. Давай. Джейсон, последний. Это ты, да. ты. Так, давай. Не просрать, я очень волнуюсь. Нажал? Нож. Нажал? Все вроде. Ой, ой-ой. Да ёб твою мать! Опять. Я уже не могу, у меня уже нервы на пределе, просто не могу. Ай, да, провода. Но я еще жив. Мне давай, кажется, давай, тут давай, нельзя. Давай, ёб твою мать! Давай! Есть, я дотянулся. Сука, хоть чтобы у меня еще раз в жизни на QTE кнопка пролагивала. А все, походу умер. Нет, все. А. Ну а ты путь получил достижение, все, вот так прошли. Все выжили. Ну а ты путь на все. Как я всрал кнопку-то. Да жесть. У меня сейчас руки трясутся просто. У-ху-ху. Пошли. У меня так сейчас сильно руки трясутся. Ты бы вообще просто видел это. У меня реально... А где чувачок в кепке, кстати? Джейсон? Да-да-да, я же за него там это... Предпоследним был перед Рэйчел. Ну, Ник был, я помню. Ну, ладно. Ну, теперь все. Теперь точно. Фух, ёб твою мать.
Получилось. Мне нужно к сыну. Это мы слышали, да. О, верная херня. Сувенир. На память. Убийца вампиров. Так получается, мы все взаимоотношения удачно распилили, что никто от этого не умер. Да, прикинь. С первого раза. Да. Удачи, брат. Охренеть. Это вот на самом деле вот это самое сложное, а не давай, кнопки там нажимать. Давай, поздравь от меня Зейна. Спасибо, самое Джейс. Сложное взаимоотношение. Прощай, получилось. Друг. Блин, прикинь, его сейчас вроде застрелят. Вроде сначала с Ником подружились. Слышь, вроде с Ником подружились, но все равно с Джейсоном по итогу. Ага. Они же там сначала. Ну да, он же самый такой Джейсон был изначально. К нему, как раз таки, к Салиму. Сейчас дырка упадет. Да, я такой... Хэппи-энд, заказывали. Не думаю, что без одного что-то поменялось бы на самом деле. Тем более к финалу. Я прям эмоционально вымотан, что вообще пипец. Угу. Ушел в закат, получилось. Достижение курса изменил. 1-4. Вы видите наших? Подожди, а может они могли этого Салима задержать как-то? Или убить? Скорее всего. А если бы я вызвал, прикинь, они бы быстрее прибыли. Ну да, слава да, Богу. Да. Это повлияло бы, скорее всего. Ну да. А чё, не интересует их, да, там, вон там, вот эти вампиры лежащие? Ну, да похер, чё. Четверо выживших. Ну да, пятый ушел домой. Ну, довольные. Так, а этих снова любовь. Ник Вуйчич там сидит отдельно. Ну, с Джейсоном будет. Братья по стволу. Не, ну да, по сути, конечно, по-хорошему надо было продолжать и без Джейсона вернуться. Ну да. Но мне кажется, типа, это бы вообще ни на что не повлияло, потому что потом Джейсон... Не... Ну, он вообще никак ни с кем не взаимодействовал. Mm-hmm. Ну, может да, быть, да. Не было бы, ну, типа, сцены, где вот они с Салимом. Да. Место само по себе. И из рая может сделать ад, а из ада — рай. Браво. Похоже, ваши подопечные выбрались из своего ада без потерь. Но память об этом... Будет преследовать их до конца жизни. Жду нашей следующей встречи. Открыть дополнительный материал. Возможно, угу. Мне следует выбрать для нее более домашнюю историю. Про место, где вы сможете прекрасно выспаться. Отель. Я же говорю. Вот только будьте уверены, покинуть его будет очень сложно. Вы знаете, где вы. Не, отель — это интересная тема. Бабам. Ну, трейлер в любом случае нужно посмотреть этого отеля. Да. Ну, хорошо. Хорошо получилось. Хорошечно, я бы даже сказал, без потерь. Почти. Немножко с читерей, но это ладно. Да. Да, самое главное, что мы реально почти всю игру реально прошли вообще без каких-то таких косяков конкретных.
типа мы прям вообще все в идеале. Нет, просто как было в Little Hope? Там вроде проходишь все проверки, все идеально, но по итогу оказывается из-за их взаимоотношений они подыхают все нахер. Ну да, да. Опа, это что? Это титры, наверное, часть. О, слушай, это чтобы титры было интереснее, наверное, смотреть. Ты опоздал и плохо выглядишь. Брукс. Я с ночного рейса. Эмилия. Что насчет тебя? Как полет? Фильм говно, еда говно, а говно. Сидел в хвосте? У туалетов. Круто. Ну, кофе был ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Пока летел. Как дела у аналитиков? Четверо из разведгруппы выжили. Их допрашивают там. Идем? После вас. А существа? Ничего подобного не видел. О, смотри, их нашли. Угу. Вот эти тефтели. Лейтенант разведки морской пехоты. Лучший из лучших, да? Ну, так они говорят. Черт! Сколько раз мне повторять одну и ту же историю? Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковки. Какие? Здесь ничего не стыкуется! Например, почему вы вступили в союз с врагом? Тебя там не было! Твари рвали нас на куски! Мне насрать, кто он! Нам нужна была помощь! Я вернулся туда, чтобы спасти Салима. Он стоил 5 таких, как ты. Сэмбер, сука, фай! Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить? Ай-яй-яй, осуждаю. Что тот решил за ним вернуться? Скорее бы увидеть его. Так они и Салима поймали, что ли? Не вы. Да, походу. Он сбежал. А, он сбежал. Прибытию группы эвакуации его... Да, слышишь, да? Вот как хорошо, что я все же выбрал, а? Теперь понятно, что Колчик в нем увидел. Аналитики все еще извлекают образцы с места. Там просто бойня. Динамит взорвали? Блин. Мы не знаем, где они его раздобыли. Извиняюсь за сообщение в Телеграме, я его забыл закрыть. Все, я вам говорю, это был город, полный город этих тварей. Там были коконы. Тысячи коконов. Сколько организмов оставалось в живых? Много. Очень надеюсь, что они все сгорели. Это прямо второй Уинтерфолд. Ага. Так, тут у нас полковник Эрик Кинг. Наш штатный гений. Он явно не рассчитывал на такую находку. Все учебники по биологии можно выкидывать. Эти твари, они развиты, они сильнее нас, они умнее нас. Если не хотите упустить ситуацию, прислушайтесь ко мне. Никто не сомневается в серьезности ситуации, полковник. Погибло несколько человек. Но я выбрался. И я позабочусь, чтобы эти твари остались погребены в этой дыре. Обсудим Целус. Понятно. Полезут туда. Да, о, что это за пробирочка? Это образцы, может быть? Ну да. Ну, теперь верите? Это Миллер. Он вас допросит. Допросит? Вам стоило бы расставить приоритеты. Эти твари все еще под нами. Вы ими занимаетесь? Мы еще успеем все обсудить, а пока поблагодарите Бога, что вам удалось выбраться живой. Это просто чудо, что вам удалось там выжить. Ее даже не умыли. Прикинь. Ну да. Была сильнее всех. Мы скоро вернемся. Ну типа, может, они вирусные какие-то, их сразу отвезли, видимо. Воскресенье еще в силе? Дженнет готовит жаркое, конечно, в силе. Вообще, да, как они, насколько они бездушно, да, вот к ним относятся? В этот раз хоть все локально. Да, хоть так. Ну, что ты об этом думаешь? Не важно, что я думаю. Сейчас главное контролировать поток информации. Для остального мира здесь ничего не произошло. Так, подожди, ну, всех, да, показали 4 же, да? Ой, как громко-то! Пропускаем. Ну, трек хорош. Да. А у нас трейлер на следующую часть. Хотите знать, что значит быть убийцей? Вспомните самую большую глубокую мысль.
Самое прекрасное творение. Ого. Я гарантирую, что это ничто по сравнению с мигом, когда жизнь покидает кого-то на ваших глазах. Со страхом в их взгляде. С попытками вырваться из ваших рук. С их просьбами и мольбами. Это настоящее искусство. Вот кем мы должны стать. Художником. Я оставил свой след в истории. А вы? Прикольно! The Dark Pictures. Какая? Season 1 финал. Это финал первого сезона будет The Devil in Me. Дьявол во мне. Конец первого сезона. Ну, слушай, они молодцы, что они будут сезон. Продолжать все это дерьмо, да. Потому что оно того реально стоит. Из этого можно просто сосать деньги бесконечно, придумывать эти истории. Они реально очень хорошую концепцию придумали. Можно хоть 50 этих частей всяких разных антологий придумать, и будет все равно круто, потому что... Да, ну, потому что хоррор. Да, не надоест. Не надоест. Классно. И ты реально как бы... Как это сказать? Ну, ты делаешь... Смотришь кино, которым управляешь. Ты делаешь все, что хочешь. Я имею в виду сейчас от лица разработчиков. Типа, тебя ничего вообще... ну, вот все, что у тебя в голове, ты можешь воплотить все в игре. Это гораздо круче, чем кино вот это вот третьесортное, там, ужастики смотреть. Потому что я больше чем уверен, если бы мы смотрели кино, вот такое House of Ashes, то это было бы третьесортное кусок говнища какой-то, который вообще бы никаких эмоций не вызвал. Ну, да. И кучу осуждений только. А так... Ну, я этой игре ставлю, наверное, 8 из 10, потому что она очень даже неплохая, она очень хороша. Не хватило, знаешь, что не хватило? Какой-нибудь развязочки вот такой в конце сюжетной, вот как в Little Hope, когда ты сидишь такой, да ну на! Не, вот ну, не здесь именно в концовке такого. Был именно вот какая фишечка, что вот они вроде такой. Бы спаслись... Но ну, все да. равно, короче, вот эти ну, вот... Как спаслись с дыры только. Да, ну, они спаслись с дыры, спаслись. Но их все равно, короче, взяли там, так сказать, заложники. Да. Единственное, повезло Салиму. Но если бы мы вызвали сразу же воздушную поддержку, то его взяли, и мы бы посмотрели, как бы его допрашивали, собственно. Вот. Ну, прикольно, прикольно. Мне понравился, я под впечатлением. Мне даже, наверное, больше Little Hope, и уж тем более больше Man of Medan понравился. Man of Medan, мне кажется, самая слабая из этих всех трех. Не, ну когда я проходил ее один, я сначала не допер то, что это из-за газа. Там где-то ближе к середине допер, все равно интересно. Ну, слушай, не знаю, я где-то в самом начале сказал, что это все из-за газа. Из-за газа. Еще мы с Алексом проходили, я тогда еще в начале сказал, он такой, блин, Саня, а ты был реально прав. Я такой... Да, не, там кадры повторялись, где вы там видите друг друга, там еще что-то такое было. Я-то один проходил. Там не сразу понятно, когда один проходишь. Понятно. Там сложновато догадаться. Там в какие-то моменты поймешь только. В общем, вот такие вот дела, ребяточки. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете об этой игре. Это очень важно для нас. Может быть, поучаствуем в каких-нибудь дискуссиях. Обязательно ставьте свои пальчики вверх, обязательно подписывайтесь. Увидимся с вами в других прохождениях. И всем пока. Пока-пока. Куча хорошего настроения! Эй, бро, обязательно подпишись на этот гребаный канал. Ага. Спасибо, бро!